Молодые пробуют свои свадебные торты, показывают нам, как они будут ухаживать друг за другом, чтобы мы понимали, что всегда будет нежность и сладость присутствует в их отношениях. Давайте их поаплодируем, друзья, я говорю, что не пожелаем. Ну и, конечно же, я прошу вас отрезать несколько кусочков свадебного торта вашим драгоценным родителям. Самое лучшее они всю жизнь отдавали вам и будут отдавать их впредь. Ну а сегодня наступило время отплатить им той же монетой.